otro hombre. Cuando se tiene el hombre, ¿verdad? Вот, друзья, такая вечерняя красота для вас. Вон кто-то с дрона снимает, я вижу дрон. Сейчас мы спустимся и пойдем выбирать место, где мы будем купаться. Оцените красоту этих пальм. Чуваки, бассейн лежат напротив океана, да? Красивые сочные краски вечереющего Патонга. Да, опять отлип у нас начался, видите? Песочек мокрый. С утра приливы, но не с самого утра. Часам, наверное, к 10, к 11. Пик прилива идет. А вечером отлив.
девушка делает полезную работу, убирает мусор, да. К вечеру очень много мусора появляется во время отлива. Люди обычно здесь, да, стараются прибраться как-то. Я сам этим иногда грешу. И разминка для тела, и очистка природы. Трудолюбивый народ тайцы. Движуха начинается с 8 до 9 утра здесь. А до этого времени вообще пока никого нет. Потом начинают лодки подвозить на машинах, вагончиками. 5-6 штук сцепки. Джип развозит. И начинается движуха. А до 8 утра все можно. Везде можно купаться. Завтра обязательно приду с камерой и буду снимать для вас. Это просто вчера и сегодня утром я не брал камеру. Хотел просто купаться без всякого напряга. Но потом понимаешь, что очень много теряешь, когда не снимаешь. И очень много красивых сюжетов не попадает в камеру.
Вот они, два счастливчика. Я так думаю, один контролирует из них, а один как раз турист. Один на контроле, наверное, тает. Раз, два, три, поехали. Кадр на память. Свистит, значит, идет на посадку. Вот этот красавчик, наверное, отлетался, да? Только сейчас его подсниму. Сделаю подснимок красивый. Ну, надрывается прям. А, вот он откуда зашел. Откуда не ждали совсем. Эх, чуть пальму не зацепил. Красавчик. Вот красавчик. Миллиметровщик прям. Сейчас следующий пошел. Давай, давай, возвращайся. Тут их столько, что скоро сталкиваться будет в небе. Один ушел налево, другой направо. Пальма такая красивая и качельки. Как в парке культуры и отдыха, да? Идут на посадку сразу двое. А нет, пошел еще на один круг. А этот на посадку. Такая вот движуха вечернего Патонга, предзакатного.
Вот, как я вам рассказывал, видите, джип и 4 присоски. Завтра утром все повторится. И так еще много-много дней до бесконечности. Ну а я пойду купаться. Ну как купаться, зайду по пояс, чтобы камеру не замочить. А это мой любимый отель Импиано. Именно сюда я люблю приходить и отдыхать под этими лакированными листочками. Как будто лакированы. Мое любимое место здесь, на сегодняшний день. И именно здесь мне хочется провести одну из ночей и поспать под открытым небом до утра. Вот эти цветки бесподобно пахнут. Сейчас, если я найду, осыпавшись, я вам покажу. Именно это дает запах Сейшел. Ну, лично мои ассоциации, потому что на Сейшелах впервые я услышал этот запах. Я когда сюда приехал, о боже, пахнет Сейшелами. Они очень быстро отцветают, их подметают периодически. Но вот не вижу, утром сегодня много было. В общем, да, хотелось бы мне здесь ночью поваляться. До самого утра, вот под этой пальмой. Вернее, не пальма, а надо загуглить, что это за дерево. Пишите, кто знает. Лакированные такие листья. И очень пахучие цветочки такие. Волокнистые. Обожаю это место. А вот здесь лучше не ложиться, потому что здесь плоды вот эти падают периодически. Их очень любят белочки местные кушать. Но я их называю белками. Похоже на наших белок. Более худосочные, черные. Ну, такие же, в принципе, по длине. Пахнет не понять чем. Вот этот плод может на бошку упасть, мало не покажется вот с этого дерева. Поэтому если спать, то под лакированными листочками. В общем, разберемся. Приду сюда с полотенцем и забурюсь. А вообще минус Патонга в том, что, видите, далеко океан, и за вещами нет никакой возможности присматривать. Вот я оставляю на свой страх и риск.
Иду ополоснусь.